Пожилая челнинка погибла сегодня под колесами автомобиля. Смертельное ДТП случилось утром в районе БСИ. В 7:30 на улице Старосармановской автомобиль «Лада Гранта» сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится следствие. Водитель автомашины «Лада Гранта», управляя транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода, который также в нарушении правил дорожного движения переходил на проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм женщина 46-го года рождения скончалась на месте. Как сообщили в ГИБДД, челнинка направлялась в садовое общество «Кама» и переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Ехал с набережной Челнов в сторону БСИ на «Ладе Гранта» по Сармановскому тракту. По левой полосе смотрю, женщина переходит дорогу. Она даже не бежала, переходит дорогу. Я сбросил газ. Думаю, она уйдет. Она вместо того, чтобы пойти дальше, повернула назад и мне под машину.